Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам, можно ли стирать ковер в стиральной машине. Не всегда есть возможность и желание отстирывать вручную ковры, но можно ли их стирать в машинке, зависит от того, конечно же, из чего именно изготовлен ваш ковер и также какого он размера. Например, без проблем можно стирать ковры, если они изготовлены из шерсти, из микрофибры, из различных синтетических тканей. Также можно и нужно стирать ковры, например, которые у вас постелены в ванной комнате. Они также бывают у нас из разных тканей, да, сделаны совершенно разные. Но, опять же, смотрите, из какой бы ткани ни был у вас ковер, если можно достирать, которые я перечислила, обязательно смотрите внимательно, какого он размера. Не надо специально засовывать, пытаться в барабан ваш ковер, если вы видите, что он прям полностью забит барабан. Убирайте ковер и стирайте вручную, потому что, конечно, вы его можете затолкнуть, но учитывайте, пожалуйста, то, что когда в барабан наберется вода, масса вашего ковра намного увеличится, и машинка может просто не выдержать такой нагрузки, и она может посреди стирки просто остановиться и сломаться. Конечно же, никому поломка стиральной машины не нужна, так что, пожалуйста, оценивайте барабан, если он у вас маленький, не надо впихивать ковер, лучше обработать его вручную. Но если вы посмотрели, оценили, все хорошо, хорошо вмещается, подходит ткань, то смело можете класть его в барабан, в стиральную машину, но предварительно его нужно обработать. Обязательно нужна первичная обработка. Что же это такое? Конечно же, на каждом ковре у нас есть мелкий мусор, волосы, возможно, шерсть, если у вас есть животное. Это все нужно убрать, чтобы не засорить вашу машинку, потому что она также может засориться и в один прекрасный момент остановиться, сломаться. Так что любой щеткой, намочите щетку, да, для ковров специальные есть. Уберите все волосы, весь мусор, пропылесосьте, возможно, выхлопайте, но чтобы не было никакого мусора, когда вы положили в барабан ваш ковер. Далее, если вы увидели, что у вас на ковре есть какое-то пятно трудновыводимое, то не думайте, что при стирке это пятно выведется. Нет, нужно опять же предварительно его обработать. Есть тысячи средств сейчас в магазинах, которые предназначены именно для таких пятен, именно для ковров. Не поленитесь, обработайте до стирки. Далее, выбираем деликатную стирку, не экспериментируйте, не надо долго-долго его стирать, дабы не испортить. И также лучше всего стирать, конечно, без отжима, лучше всего вывесить, положить ваш ковер потом на балкон, да, на свежий воздух, чтобы он там хоть несколько дней, да, но спокойно, хорошо, в расправленном виде просушился. Не надо также стирать ваш ковер с какими-то другими вещами. Ковер просто стирается один, да? Не надо засовывать ни носки, да, пусть постираются. Нет, просто ковер и все. Больше ничего не надо. Я надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Всем пока!